Всем привет! В общем, очевидно, что сказав А, надо говорить и Б. Обозрев Айбас DX160, надо обозревать его ближайшего конкурента от Хиби в лице R5. В целом, не думаю, что кому-то, для кого-то Хиби нуждается в представлениях. Компания, известная как производитель софта и прошивок, и Хиби Плеер под Android, и iOS популярен, ну и, собственно, даже их железо уже обозревал. То есть пробуют они себя во многих отраслях, скажем, иногда получается очень хорошо, иногда просто нормально, но в целом нащупывают свою дорогу. Ну и, конечно же, R5, их, как сказать, предложение в среднем сегменте. Потому что R3 бюджетная моделька за 200, там сколько, $30. R6 Pro топовая модель, хотя там они готовят еще более топовую. Но что самое смешное, R6 они опустили, на R6 Pro они пустили цену на стальную на $100 и подготовили, по-моему, за 550 R6 Pro в алюминиевом корпусе. Так что, видимо, пытаются стимулировать продажи. Ну а, собственно, R5 таргетирован строго в средний сегмент, $400 стоит. Хотели, по-моему, за 450 начать продажи, но в итоге стоит он 400. И, в принципе, во многом выступает к ближайшим конкурентам того же Айбаса. Как там определение идеальной конкуренции, когда одинаковый товар, одинаковая цена, и все зависит строго от продавца. Ну, на самом деле, товар не одинаковый, но много схожего есть. Одинаковые ЦАПы, оба довольно мощные, оба предлагают все современные функции, оба построены на базе операционной системы Android, то есть и там два Cirrus Logic 43-198, ну и так далее, и тому подобное. Плеер получился довольно мощный, больше чем 500, по-моему, 50 мВт на 32 Ом с балансного выхода, ну, поменьше с обычного, там, наверное, больше чем в два раза меньше с обычного выхода, неплохое время работы от батареи, то есть там, по-моему, что-то 10 часов обычно было с баланса и до 18 с обычного, но, скажем, чудес не бывает, поэтому где-то 8-10 часов с баланса и там до 15 где-то с обычного. Ну, все зависит от нагрузки и еще от много чего. Ну, в принципе, наверное, все, что нужно про него сказал. Давайте уже... Ах, да, конечно же, анекдот. Анекдот сегодня будет таким. Говорит, почему у вас все коты продаются по 10 тысяч рублей, говорит, а этот за 70? Говорит, так он, говорит, дорогую чихуахуа за 60 тысяч рублей удавил. Самая простая черная коробочка. Понятно, что вроде как не топовый сегмент, но, блин, как-то можно было все-таки чуть как-то понаряднее принарядить. Хотя, в общем-то, у Хиби даже в топовом сегменте коробки очень простые. Сзади тут, кстати... А, нет. Что-то мне показалось, что характеристики есть, но нет. Просто адрес Хиби, куда идти рассказывать, как вам плеер понравился. В коробке, собственно, было бы странно его не увидеть, но... Конечно же, мы его получаем. Это плеер, а также набор аксессуаров. Скрепка для вытягивания лотка с сим-картами. Ну да, не сим, конечно, с microSD. Чехол, защитная пленка. Про них сейчас чуть скажу подробнее. И вот такой вот проводочек USB-шный. Хорошей изоляции. И где-то еще там не вытрусил, есть наклеечки HRS. В общем, пленку они тут использовали какую-то очень странную защитную. Но учтите, что сразу с завода она приклеена, потому что я снял защитную верхнюю пленку и попытался приклеить, но оказалось, что она тут уже одна наклеена. И вот теперь у меня тут такой в углу неаккуратный, очень раздражающий меня пузырь. Пленка тут какая-то странная, я, видать, отстал от жизни. Это не обычная такая вот пленка, которая клеится на экран, а что-то такое, типа как желешечка какая-то. Или я даже не знаю, как это сказать. Она очень липкая, моментально собирает отпечатки пальцев. Я вообще не знаю, как ее можно наклеить, если только не тренироваться на для этого полжизни. Я отклеил вот этот вот нижний защитный слой и прикоснулся вот так с краю пальцем, и все, испортил одну пленку, отпечаток пальца наглухо. При этом она еще и пахнет таким каким-то химическим миндалем. Не знаю, то ли они ее цианистым калием пропитывают, то ли одно из двух. Скажем, ставь лайк, если купив плеер, ты его понюхаешь. Вот, ну, как я уже сказал, клеить их не надо, потому что и на переднюю, и на заднюю панельку эти пленочки уже приклеены. Ну и, собственно, спасибо за это, потому что, как еще раз повторюсь, эту пленку приклеить, по-моему, абсолютно нереально. По дизайну это, в общем, обычный хайбарь. В общем, обычный хибик, аккуратненький, из алюминия, закругленными краями. Может быть, выпустят потом версии других цветов. В общем, аккуратно, симпатично,
впереди экран, причем выступающий из корпуса, чтобы если вы его уроните, чтобы уже наверняка. Сзади пластик тоже такой под стекло сделанный, аккуратно ложится в руку. Он, конечно, заметно компактнее. Аккуратно, не сносим студийный свет. Он заметно компактнее, чем, скажем, его старший брат. То есть, видите. Ну и, конечно же, также компактнее, чем его ближайший конкурент. Разница в целом невелика, не капитальна, но на самом деле, видите, есть. Но, конечно, тут 5 дюймов экран и больше разрешением. 1080 на сколько там, 700 с чем-то там. Тут тоже 1080 объявлено, но на 528 и всего 4 дюйма. В общем, видите, разный подход к дизайну. Сделано аккуратно, не забыли про органы управления, как обычно, регулировка громкости с кнопок, не используют Hebe энкодеры, лоточек для microSD-шек, всего лишь 16 гигабайт памяти, из них свободно там, по-моему, что в районе 10. Тем, кто пенял на то, что в DX160 памяти мало, тут еще меньше, но, к счастью, microSD-карточки нынче недороги. Кнопка включения-выключения, в нее же вписан светодиодик индикаторный, 3 кнопки управления воспроизведением, ну и внизу выходы. Линейный он же и наушниковый, балансный пентакон и USB-C. Как обычно, USB-C служит для зарядки, для использования его в роли ЦАПа, для подключения внешнего ЦАПа, для доступа к памяти и картам. Ну, в общем, знаете, весь этот стандартный джентльменский набор, поддерживается Quick Charge, поэтому заряжается действительно хорошо и довольно резво. В общем, видите, экран, это максимальная яркость, экран хороший, красивый, углы обзора, цветопередача, реакция на нажатие, все красиво. Занимает практически всю переднюю панель, узкая только полоска внизу, то есть edge to edge, ну, скажем, почти edge to edge, у iBus чуть больше edge to edge, но как бы разница не так уж велика, чтобы из этого какой-то там объявлять кого-то конкурентно преимущественным. В общем, экраны стали красивыми, симпатичными. Вот видите, светодиодик светится. Я никого не обманываю, говорю всегда правду. В общем, такое компактное устройство. Удивительно, сколько они в него всунули мощности, сколько времени работать. Действительно, не здорово получилось. По прошивке перед нами типичная операционная система от Hebe. То есть это Android 8.1 со всеми нужными дополнениями. Тут выпадающие шторки есть. Аудио настройки, можно выбирать фильтр, как работает выход, линейный или наушниковый. Балансный выход, тоже можно его сделать балансным линейным выходом. Гейн переключается, двухуровневый, компенсация DSD, баланс каналов, максимальная громкость. Также из дополнительных настроек, которые относятся к плееру, это... Где оно тут? Вот. Какие кнопки должны работать на... Промахнулся. Вот, lock screen button settings. Какие кнопки должны работать на каком экране. Как обычно, есть беспроводное обновление. Апдейты выходят регулярно. Есть полноценный Google Play Store и Play Services. Поэтому легко можно поставить там и стриминги, и плееры, и все остальное. В принципе, это не проблема и для других устройств. Но тут уже, скажем, все из коробки. Но, разумеется, сердцем всего этого выступает Hebe Player. Вы его почти наверняка видели на Android, видели на iOS, возможно. Я его много раз описывал, но, наверное, обзор требует того, чтобы я еще раз про него рассказал. Основной экран – это медиабиблиотека, разделенная на 3 раздела. Вот первый – это просмотр всех файлов по папкам, по альбомам, по артистам. Все время промахиваюсь. По артистам, по жанрам. Попадаю все время в сортировку жанром и приватные. Да что ж такое? Вот видите, промахиваюсь по кнопкам. Но на самом деле там можно полезть в настройки и увеличить размеры шрифта. Вот. Приватное облако это DLNA, Baidu и так далее. Также есть плейлисты, избранные, недавно добавленные, и свои собственные плейлисты можно создавать. И Hebe Link, то есть можно включить клиент, можно сервер, то есть можно этим плеером управлять дистанционно, можно с этого плеера кем-то управлять. Есть, разумеется, поиск.
экран воспроизведения вот такой вот. Не люблю эту круговую индикатор прогресса, но в целом он со своей задачей справляется. Есть добавление в плейлисты, и там загрузка обложки и всего остального онлайн. В общем, тоже все привычные функции тут имеются. Вот таким вот свайпом открываем. Можно залогиниться и создать свой хиби-аккаунт, так до сих пор не знаю для чего. Импорт музыки по Wi-Fi удобный, сканирование медиа-библиотеки, менеджер загрузок, эквалайзер, ну, эквалайзер абсолютно стандартный и привычный. MSEB это тоже что-то вроде эквалайзера, но вместо того, чтобы двигать звук по полоскам, тут выбирается температура звука, там ярче, темнее, ВЧ протяженнее, прижатие и так далее. Плагины можно скачивать из интернета, там есть CrossFit кривенький, ну и что-то еще, таймер сна, руководство и выход, ну и настройки, конечно. Настройки тут показ текстов, когда ставить ли на паузу, когда отключены наушники, воспроизведение без пауз, replay gain, запоминание позиций, проигрывание через папочки, тут ряд настроек для подключения внешнего ЦАПа, настройки языка, конечно же, русский язык тут тоже в списке есть. В целом, прошивка довольно стабильная, нормальная, привычная. Уже, скажем, много раз ее видели, знаешь, чего от нее ждать. Все работает резво, аккуратно. То есть, Хиби недаром свою кодовую базу и сами используют, и другим продают. В общем-то, стараются предоставить пользователю максимальный какой-то доступ. Не доступ, а максимальное удобство. И поэтому, в целом, тут все, что нужно от плеера, вы легко сможете получить. Плюс тут есть там Bluetooth со всеми кодеками, Wi-Fi быстрый, ну и, в общем, все, что в современных плеерах должно быть, они сюда, в этот компактный корпусочек, утрамбовали. Ну и, конечно же, о звуке, потому что без звука это все лишено смысла, и это не жизнь, а так, фикция. Наушники какие-нибудь недорогие, скромненькие, на стол положим, пусть тоже поддерживают иллюзию. В общем, тут по подаче Хиби немного отошли от того, что они делали раньше, и в целом плеер тоже чуть-чуть склоняется к теплому звучанию, но в этот раз теплоту они получили теплоту немного другим способом. Если, допустим, в R3, R6 особенно это было, в R6 Pro они просто прижимали немного ВЧ, и то тут они как бы чуть-чуть снизили разрешение для того, чтобы сделать звук таким более массивным. То есть не подумайте, что тут, скажем, не хватает разрешения или что-то такое. Просто, скажем, чуть-чуть атаки с затуханиями по всему диапазону подсглажены. За счет этого вот получается больше массы, больше веса. Такой вот как более солидный, более основательный звук. Не знаю, скажем, как они его получили, но интересный эффект. В общем, бас. Акцент основной делается в область мид-баса, и делается он с помощью веса. Глубокие слои тоже присутствуют, но не настолько акцентированы и, скажем, не настолько массивны, как середина. Нормальное разрешение, хорошая передача текстур, такая вот, как я уже сказал, чуть-чуть склоняющаяся к более массивному. При этом местами звучит очень эффектно, добавляя телесности инструментам, текстурочки, скажем, передает красиво. Есть всякие такие вот резонансы, насыщенность, все, что от баса ожидаешь. Он не супер скоростной, там мегатехничный, но при этом звучит не сухо. В принципе, в качестве примера Вардруна, Иса или Айса, не знаю, как правильно этот должен трек читаться, но вот много таких тут даже низкочастотных, это даже не ноты, а просто именно низкочастотные звуки, всякие это горловые пения, раскаты, удары, шаманское камлание и все такое, и вот к подаче этого плеера подобные треки очень подходят, очень получается у него это солидно и массивно. Середина тоже сделана в таком же ключе, с большим уклоном. В общем, не делается акцент микроконтрастов, больше делается акцент в макродинамику. Но при этом и макродинамика тоже не сильно акцентирована, просто чуть больше, чем микроконтраст. Но сказать, что прямо он подчеркивает, это нельзя. Очень неплохо отыгрываются переходы, какие-то удары, раскаты. Чуть-чуть подкрашивает эмоции и тоже немножечко добавляет всему веса на средних частотах. Допустим, для мужского вокала это вообще великолепно, ну, для женского не так великолепно, но тоже местами имеет место быть. Необычно строит сцену немножко, она чуть больше среднего в ширину и заметно больше среднего в глубину, то есть такая вытянутая сцена.
Допустим, для рок-музыки или там какого-нибудь металла подобное построение сцены довольно неплохо, потому что оно отделяет гитаристов от ритм-секции, но при этом нету как там у многих топовых плееров, когда посредине остался барабанщик, а гитаристов раздвинули куда-то по сторонам. Тут все-таки сцена так более рокерски строится, хотя на самом деле, в общем-то, вклад плеера в это намного меньше, чем у наушников и намного меньше, чем у мозга. Тем более, что, скажем, сцена у каждого в голове строится по-своему, и, в принципе, вообще у вас может быть какой-то свой собственный результат по этим параметрам. Ну и в качестве примера такая прекрасная порция ностальгии по моему 99-му году и 11-му классу. Это группа Rage или Rage, End of All Days, не помню, 96-го года альбом. Прекрасный, вообще, наверное, один из лучших в их дискографии. Шикарнейший синтез мелодики, драйва, агрессии. Прекрасный вокал. Интересно, кстати, это, наверное, Пиви Вагнер там пел. Но не суть важно, наверное, для этого обзора. И вот тут вот чуть-чуть противоречиво, потому что немножечко не хватает гитарам агрессии, вот капельку, чуть-чуть. То есть она нормальная, но немножко не хватает. Но при этом шикарнейший просто вокал передается прям топчик. Очень эффектно за счет вот этой вот весомой подачи. Ну и верхние частоты, они тут, скажем, самые такие протяженные, вернее, как самые незажатые в истории Хиби. Не знаю, кто у них это раньше придумал, но вот, допустим, в том же R6 Pro вообще проработаны очень неплохо. Там есть и слоистость, и, скажем, не топовая, но нормальная. Атаки за затуханиями более-менее прорабатывает он, но при этом они вот так вот задвинуты назад. И за счет этого все это практически скрадено. То есть, как бы, конечно, ВЧФО бы ликуют, и звук получается комфортный, но не все, ну, скажем, не, как это, не назвать это совсем натуральной подачей. С другой стороны, тут как бы ВЧ не стали задвигать, то есть это какой-то такой смелый эксперимент, они, видимо, пили для храбрости. И в целом ВЧ тут остаются на своем месте, их никуда не двигают количественно. У них средняя протяженность, даже чуть-чуть лучше средней, не топовая, но чуть лучше средней. Зачаточная слоистость, нормально отработанные атаки с затуханиями, хорошее разрешение, то есть в принципе ВЧ неплохие. Скажем, как неплохие среднеуровневые ВЧ без попытки их куда-либо двигать. Конечно, можно было бы там чуть больше протяженности, чуть больше обертонов, насыщенности вот этого вот всего, но в целом, по сравнению с тем, что было раньше, это уже хороший результат. Поэтому насыщает треки нюансами, объемом, помещением, вот всеми вот этими вот красивыми аудиофильскими штучками, которые немногие вообще слышат и хотят слушать. Ну и в качестве примера Amber Rubbars, Losing My Religion, сборник чески Rock Reimagined, то есть артисты Дэвида Чески их изнасиловали и заставили играть рок-музыку. И вот это вот как раз тот пример, когда трек именно по аудиофильски записан, насыщен вот этими вот всякими нюансами помещения, обертонами, там, вот, если вслушаться, то можно услышать, как тут студия, какое там примерно помещение, объем и так далее. И вот это вот, наверное, первый плеер в истории Хиби, который вот этот трек именно отыгрывает вот эту вот часть, касающуюся трехмерности именно так, как нужно, потому что даже R6 Pro, в принципе, с этим справляется чутка хуже. Но на самом деле на большинстве других треков, конечно, R6 Pro будет получше. И, скажем, с точки зрения совместимости, тоже им удалось совместить несовместимое, да, простите за каламбур. В общем, с одной стороны, он реально мощный, с другой стороны, практически не шумит, даже с чувствительными наушниками. В общем, тут и Айбаса это удалось, и Хиби это повторили, но при этом Хиби это сделали в меньшем размере. То есть, такой вот малыш, который способен раскачать, ну, скажем, может быть, не самые тугие за Динамы, но довольно тугие наушники, это, в принципе, внушает доверие. Ну, отсутствие тоже тут по полвата на канал с балансного больше, чем по полвата на канал с балансного выхода, то как бы проблемы для него это не составляет. Я уже обзавелся шикарнейшим проводом от Era In-Ear для Pentacona. Буду с Мезы ходить по пляжу гулять, кушать мандаринки. Вот. Так что, в принципе, универсальный в плане сочетаний. Ну, еще раз резюмируя, по звуку
хорошее, ну, не 100% натуральное, но стремящееся к натуральному звучанию, с чуть-чуть подглаженными атаками и затуханиями, которые дают дополнительный вес, который во многих случаях идет треку на пользу. Это в нижней половине, ну и верхней половине хорошо проработанные, обычные, скажем, без каких-либо попыток что-то с ними сделать, верхние частоты. Ну и вкратце о сравнениях, потому что как бы описание звука, они не всегда позволяют понять, как они соотносятся друг с другом, откинув в сторону там вопросы мощности, функциональности, размеры сами видите, в общем, поэтому исключительно так вот концентрируясь строго на звуке. Наверное, надо будет сделать еще более подробное видео со сравнением всех вот этих плееров, только я не знаю, делать его сейчас или подождать, пока у меня еще Shandling M6 появится. Но в целом, опережая вопрос, сразу скажу, что появится он у меня не в ближайшем будущем, это точно. Ну и для начала, собственно, вот старший брат, так сказать, в лице R6 Pro. Я уже как бы описывал немного его в контексте описания звука R5, но еще раз повторюсь. Оба они теплые, но эта теплота достигается разными способами. То есть тут у нас просто немного отведены на второй план ВЧ. А тут звук теплый за счет того, что в него добавочная масса добавлена, и сделано это за счет чуть замедленных атак с затуханиями. То есть тут, скажем, повыше разрешение, он более ударный, такой вот больше хлесткость и так далее. Но при этом, собственно, они оба воспринимаются как теплые. Скажем, Fio M11, он совершенно другой, он как бы сфокусирован на микроконтрасты, он детальный, он светлее, ярче, протяженнее на ВЧ, скажем, ВЧ более выраженный, их больше и так далее. То есть как бы он такой вот именно для тех, кому нужно максимальное разрешение любой ценой, с уклоном микродетальности и вот это вот все остальное. Ну и основной конкурент, так сказать, он тоже, скажем, чуть-чуть делает шажочек от нейтральности в сторону эмоциональности и добавочного веса, но его шажочек намного, ну, заметно меньше, чем у R5. То есть, скажем, тут чуть повыше разрешение, получше проработка верхних частот, а тут больше добавочная масса и немного больше накачка эмоциональной составляющей в подаче. Так что вот такие вот получились, вернее, вот такой вот получился Hebe R5, интересный игрок среднего сегмента. Битва за средний сегмент продолжается. Спасибо за внимание.